Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 16 октября, достаточно неоднозначный день, в какой-то степени двуличный день, поэтому сегодня обязательно проведите практику. Обязательно бросьте щепоточку соли в окно и скажите определенные магические слова, и ваш день пройдет прекрасно и замечательно. Прямо сейчас, друзья, ставим лайк этому видео. Таким образом, между нами происходит энергообмен, а мы вам еще и желаем благополучия и достатка. За вами, друзья, лайк. Итак, сегодняшний день, друзья, это в какой-то степени день роста жизненных сил человека, проявление упорства, настойчивости. Очень важно, чтобы вы сегодня старались добиваться всего того, что вы хотите в самых неблагоприятных условиях. Сегодня в какой-то степени будет стрессовый день, потому что вы вроде бы стремились, вы планировали в этот день что-то, но, возможно, у вас будет не получаться, а значит, вы будете расстроены, будете нести негатив. Вот этого нельзя допустить ни в коем случае. Сегодняшний день будет удачным для всех, кто способен сохранить самообладание и не позволяет своим эмоциям управлять собой. У вас постепенно усиливается влияние позитивных эмоций и появляется шанс успешно справиться с важными делами. Но очень важно, в этот день не стоит переоценивать свои возможности, так как это может привести к определенным неприятностям. Очень нежелательно сегодня связывать себя какими-либо обязательствами или давать какие-то важные обещания, потому что этим вы рискуете разочаровать окружающих и верящих вам людей, чье уважение хотели бы вы сохранить на данном этапе. Вы знаете, сегодня такой день, когда лучше ни с кем не делиться своими секретами, не рассказывать о своих переживаниях, вы вряд ли найдете понимание и сочувствие со стороны. Сегодня день удачный будет для тех, кто любит трудиться самостоятельно, принимать важные решения тоже самостоятельно, ни с кем не советуясь, стараясь отстоять свою точку зрения. Поэтому, если вы обладаете вот всеми этими чертами характера, то вполне можете достичь заметных успехов в работе. Вы очень сможете много добиться, если не будете торопиться в этот день. Ответы на многие вопросы будут не так просты, как кажется это на первый взгляд. Дайте себе время разобраться в ситуации, тщательно изучите и сопоставьте факты. Хорошо, если вы воспользуетесь полученной информацией, так как она сегодня как никогда будет ценна и пригодится в дальнейшем вам в работе. Однако на легкие победы в этот день не рассчитывайте. Как бы вы ни планировали на сегодня дела, вам придется приложить усилия, чтобы с ними справиться. Сегодня многое зависит только от вас, но не пытайтесь взять ответственность на себя за все, что происходит в жизни. Сегодня именно такой день, когда выгоднее не бороться с неблагоприятными обстоятельствами, а постараться приспособиться к ним. Сегодня ваши успехи окажутся значительно выше и значительнее, чем можно было ожидать. У вас сегодня очень хорошо пойдут дела, и вы сможете успеть гораздо больше, чем ожидали. Если в самом начале вы определитесь приоритетами и решите, чем вам надо заняться, в первую очередь это для вас будет важно. Также сегодня вы хорошо справляетесь со всем, что требует творческого подхода. Сегодня ни в коем случае не бойтесь ставить перед собой высокие цели, и вы успешно преодолеете любые преграды, которые вдруг ни с того ни с сего могут возникнуть у вас на пути. Ваши жизнерадостность и энтузиазм по душе окружающим вас людям, и многие будут рады вам помочь в осуществлении задуманного. Также у вас будет возможность заинтересовать окружающих своими идеями, найти союзников, поддержка которых вам вскоре пригодится. Будет шанс получить поддержку влиятельных людей, она окажется очень полезной. Осторожность в делах и внимание к мелочам сегодня будут очень кстати. Старайтесь избегать любой неразберихи. Также в этот день не стоит принимать никаких важных решений в суете. Решить все и сразу вряд ли вам удастся, но постарайтесь проявить настойчивость, и вы обязательно справитесь со всеми делами. Сегодня очень важно следить за порядком в финансовых делах и избегать неоправданных расходов. Вы сегодня сможете успешно решить любые финансовые вопросы. Вы сможете сделать удачные покупки или удачно, как вариант, вложить деньги в какой-то многообещающий проект.
Но постарайтесь тратить свои сбережения очень экономно и продуманно. Избегайте незапланированных расходов и спонтанных покупок. Если вы не будете экономны, то можете вскоре остаться на мели. Избегайте сегодня и незапланированных покупок. Вряд ли они вам принесут радость и будут удачными. Вскоре деньги могут потребоваться для чего-то важного. Особенно благоприятен был день для тех, кто занимается коммерческой деятельностью. Этот день очень подходит для решения юридических вопросов, а также для того, чтобы договариваться о долгосрочном сотрудничестве. Но имейте в виду сегодня, что в решении всех вопросов придется рассчитывать только на собственные силы. И коллеги, и партнеры по бизнесу, и даже друзья сегодня будут слишком заняты и вряд ли смогут прийти вам на помощь. Сегодня возможны интересные предложения о сотрудничестве. Возможно, вас сегодня ожидают очень интересные знакомства. Именно такие знакомства положат начало не только деловым отношениям, но и какой-то интересной романтической истории. Обращаем ваше внимание, если на этот день у вас назначены деловые встречи, то они пройдут очень плодотворно. Однако не стоит сегодня заключать сомнительных сделок, потому что все-таки они вас приведут к потерям. Вероятные поездки, в том числе незапланированные, сегодня вполне могут сложиться неплохо, но могут отнять у вас гораздо больше времени, чем вы ожидали. Также сегодня, друзья, благоприятный день для решения любых бытовых вопросов, например, подготовка к ремонту, покупка бытовой техники. Сегодня и внимание требуют семейные дела, вечером вам потребуется отдых. Это очень хороший день для того, чтобы поговорить с родственниками о семейных делах, обсудить самые важные вопросы для всей семьи. Вечером близкие могут вам вернуть жизнерадостность и оптимизм. Обращайте, пожалуйста, на это особое внимание. Также, друзья, сегодня по лунному календарю обращаем ваше внимание, сегодня 21 и 22 лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Рак. Энергетика этих лунных суток позволит вам восстановить былые потери, избавит от долговых обязательств и настроит на позитивный лад и победу в вашем деле. Очень важно, чтобы в этот день вы все-таки задумались о том, что вы хотите изменить свою жизнь, что вы хотите ее начать жить заново, и у вас это все получится. Обязательно в этот день проводите практики, ритуалы на то, чтобы привлечь удачу в свою жизнь, в свой дом. Обращаем ваше внимание, что этот день очень благоприятен для устройства на новую работу. Не обращайте внимания, что сегодня, друзья, у нас с вами выходной, но есть компании, которые работают 24 часа. Часа в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому, если у вас сегодня собеседование и вы готовы устроиться на работу, соглашайтесь. Кроме того, в работе и в осуществлении плана сегодня можно рассчитывать на поддержку единомышленников. Не пропустите шанс сегодня получить любопытные предложения, которые будут связаны с расширением бизнеса. А также, немаловажно, старайтесь сегодня установить как можно больше контактов. Сегодня очень важно расширять масштабы деятельности до международных. А это у нас партнерство с иностранными компаниями или физическими лицами, потому что все это будет для вас весьма перспективно. Также именно такие контакты позволят вам значительно увеличить ваше материальное положение в будущем. Что же касательно здоровья, то болезни сегодня не опасны, но больному требуется серьезный и внимательный уход. В этот день ради здоровья легко бросить дурные привычки. Нагрузка на печень противопоказана. Велика опасность действия ядов и токсинов. Сегодня необходимо проводить кровоочистительные процедуры. Это пить отвары трав, есть морковь, клюкву, свеклу, рябину и гранаты. Также рекомендуются ванны, душ, обливание, закаливание, фитотерапия и гигиена. В общем, друзья, любое физическое и духовное очищение. Что же касательно стрижки волос, то она сегодня благоприятна. И окраска сегодня волос тоже к удаче, особенно если вы выбираете светлый тон. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день очень хорош считается для брака. И, друзья, в этот день обязательно проведите практику с солью. Если вы чувствуете, что у вас сегодня какие-то, возможно, неприятности, что-то тянет вас назад, или вы подозреваете, что вам кто-то навредил, то срочно проводите именно в этот день, 16 октября, эту практику. Итак, берете щепоточку соли, обязательно берите в левую руку. Далее эту соль вы должны обязательно будете бросить в окошко.
Это можно сделать из балкона или просто эту щепотку бросить в окошко. И когда будете бросать, обязательно скажите следующие слова. Рукой веду, беду отведу. Что мне желают, себе возвращают. Что ко мне пришло, назад все ушло. Истина. Сказали три раза, выбросили через окно и закрываем окна и идем дальше, занимаемся своими делами. Такая простая практика, но она поможет вам в жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно прямо сейчас поставим лайк этому видео. Обязательно подписываемся на наш канал, у нас много, как вы знаете, очень полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника, это следующее видео для вас, именно для вас, поэтому выбирайте то, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной и важной для вас информации. Всех вам благ!